Всех приветствую на моем канале. Я Анастасия Селезнева. Это дачный влог. Я поснимала, как мы проводим время на даче. Немного рассказала, как у нас в этом году обстоят дела. Желаю вам приятного просмотра. И для тех, кто ждет творческое видео на моем канале, оно будет скоро. Я покажу, как я писала 4 картины на холсте акрилом. Все они немного в разных техниках. Будет, надеюсь, интересно, так что ждите. И в июле еще планирую выпустить видео. Я поеду на роспись стен и планирую это заснять. Так что, надеюсь, в июле выйдет еще и такое видео. А сейчас желаю всем приятного просмотра. Приглашаю ко мне на дачу. В первую очередь делюсь своей главной радостной новостью. У нас в этом году появился септик. Вот, копили на него мы весь год. Подсоединен он к дому, в общем, там. Там такая у нас канализация. И еще в этом году, кстати, установили фильтры. Один более крупный улавливает мусор, другой более мелкий. Вот, один стоил 600 рублей, другой типа там 150 рублей. Вот, менять будем, наверное, раз в сезон. Один раз за лето, наверное, будет нам хватать. Вот, а на септик копили 100 с чем-то тысяч он стоил. Ну, в общем, с душевой кабиной, с унитазом у нас там почти 160 вышло. Вот, еще кучу песка заказывали, машину песка. Вот, машина песка стоила 4000. А это у нас глина осталась. То, что выкапывали, но тут была вот такая гора глины. И Костя ее уже разнес по участку. Сейчас покажу песок, сколько у нас осталось песка. Вот, Милочка теперь играет. Это прям тоже моя радость, то, что у нас осталось много песка после установки. Вот, и Милочка теперь может играть. Там Костя ей такую красивую гору строил. С папой, с моим папой, моей лесенку делал. Костя ей там делал замки, но она уже все растоптала, разрушила. У меня в детстве тоже был песок. Я всегда лазила, играла. Это прям лучшее воспоминание детства. Вот здесь, получается, Костя насыпал эту глину. Тут у нас как бы две грядки. Но, получается, грядки теперь ниже уровня земли. Вот. И мы в дальнейшем планируем заказать землю и выровнять вот тут чуть-чуть участок и засыпать газончиком. Это там мой папа кричит. Кряхтит. Эту клубнику уже пропололи, эту не успели некогда. Тут клубничка у нас, смотрите, ягодка. Больше на участке ничего в этом году не сажали практически. Я посадила горох и укроп. Укроп у меня вот тут, пока только всходит. И вот тут я посадила горох под Милочкиным окном. Вот, но взошло только, хотя корни дали все, как бы эти бусины, горошины. Вот непонятно, что-то кто-то обгрыз. Вот только две горошины. А горох купил рублей за 60, гавриш, на Валберес. Ну вот, будем ждать. Итак, после того, как мы заходим, у нас центральная дверь – это туалет. И вот покажу, что у нас тут появилось. Включаем свет. Вот такой вот у нас теперь душ. Здесь водонагреватель, под ним унитаз. Здесь планируем поставить раковину. Тут корзина для белья. Не знаю, будет ли она помещаться, потому что раковина будет с тумбой. Вот, возможно, корзину поставим другую. У нас есть еще белая на ножках из Икеи. Тут пока Милин горшок. Ей 4 года, но она пока отказывается ходить на унитаз. Ей больше нравится на горшочек. Вот, также тут ведерочко, потому что в септик, наверное, лучше не кидать туалетную бумагу. И вот такой вот подвесной шкафчик из Икеи, тоже, возможно, потом заменим. Тут у меня полочка с полотенчиками, всякими штучками. Ну и полотенце. Полотенце, конечно, в дальнейшем планирую купить однотонные. Вот, купаю детей я в этой душевой кабине. Очень удобно, классно. Тут Милины игрушки. Тут планирую повесить крючочки. Вот. Тут тоже Милины игрушки висят. Вот над унитазом хотелось бы, конечно, сделать полочку, чтобы поставить вот эти вещи, чтобы на унитазе ничего не было.
Вот, и доместос, естественно, тоже уберу вот сюда вот в тумбочку. Так что вот такой у нас туалет. На полу мы положили линолеум. Мне очень нравится. А лампочка здесь вот такая сейчас. Выключу свет. Вот так вот она выглядит, квадратненькая. Ну и вот так выглядит туалет без света. Здесь крючки, когда раздеваемся в душ, вешаем. Это из Fix Price. Такие крючочки очень удобные. Переходим на кухню. В принципе, на кухне у меня в этом году ничего нового. Тут Милуся сидит, завтракает. Кормлю ее сейчас растворимой кашей до сих пор, потому что это ее любимая. Ну и обычной каши она не очень любит есть. В общем, в планах научить, приучить ее по утрам есть нормальную кашу и перестать есть растворимые. Вот. А я сейчас пью вот такой фитомуцил после родов. Мне без него вообще никак. Вот, и тут получается у меня все для умывания, и это планируется перейти в ванну, когда поставим раковину. И тут, наверное, я буду хранить чашки, и чашки тоже планирую заменить на одинаковые, вот так их в рядочек поставить. А вот этот дозатор я покупала на AliExpress за 700 рублей, он оказался вообще ужасный, ничего не, ну, туго очень нажимается, поэтому пользуюсь пока таким старым стеклянным обычным дозатором. Вот, ну, тут все, в общем-то, по-старому на кухне. Вчера, это новая картина, будет вот как раз видео, как я делала. Вчера покрасилась вот этой краской. Как видите, у меня волосы не получился такой цвет. Конечно, у меня никогда не получается. Вот, ну, просто осветлились волосы. И хочу еще рассказать о своих планах. Разобрала вот этот вот сервант. Он практически у меня пустой. Тут просто мои краски и комбайн. А там пустые пакеты хранятся. Вот, хочу вот сюда уголок купить, диванчик уголок. В него вот как раз комбайн кухонный убрать и пакеты. И стол. Либо этот временно будет, а потом может быть круглый. И вот сюда над микроволновкой хотелось бы повесить телевизор в дальнейшем купить. Вот, на кухне, в принципе, рассказать больше нечего. Вот баллон у нас тоже по-прежнему пока что здесь стоит. В дальнейшем хотим его вывести на улицу, купить железный специальный шкафчик, и чтобы газ был на улице. Кстати, про кран водонагревательный, или как его назвать. В общем, хочу сказать отзыв. Спустя год пользования он не засорился, он отлично льет воду. В общем, он нагревает ее моментально. То есть при подаче воды он ее внутри нагревает. Вот, и я тут посуду мою теплой водой. Очень удобно и рекомендую. Но мы его покупали через интернет. Что-то за 1300, ну, в общем, до 2000 или за 1800, не помню. До 2000. А на рынке строительном, вот тут на даче, он за 3500 продается. Вот, то есть, если что, рекомендую через интернет покупать. Называется Термекс. Вот, если что, рекомендую. Переходим дальше в Милину комнату. В Милиной комнате тоже в этом году, в принципе, ничего нового. Ну, особенно ничего нового. То есть привезли из Москвы вот эту полочку голубую икеевскую. Как-то она мне в Москве не нужна. Я ее сюда еще прикрутила, но вот тут было зеркало. Зеркало надо будет перекрутить вот эти саморезы и повесить. Оно пока на полу стоит. Тут на Милином шкафу Севина креслица, автокресло, мой мольберт. Я вчера вот тут как раз рисовала. Вот. Ну, тут она у нас по-прежнему еще не спит. Спит с нами в спальне, сейчас я покажу. Вот этих вот пупсов хочу забрать в Москву и продать. Это испанские куклы, нам их кто-то отдавал. В общем, Мила в них не играет. Они такие дорогие, их можно продать где-то, ну, по 600 рублей точно. Потому что другие их по 1200 продают, по 1500. Я их выложу по 600 рублей, потому что это вообще без одежды. Вот, у нас кукол полно. Она больше любит с мягким телом, эти твердые, тяжелые. Вот, так что их заберу в Москву, продам на Юле или на Авито. Вот, тут мой старенький ноутбук. Все по-прежнему. Вот наш магнитофончик, где мы кассеты слушаем. Вот, Милин шкаф с игрушками. Идем дальше. Севочка проснулся. Вот вход с улицы, вот наша гостиная. Сейчас не очень так у нас прям прибрано, но, в принципе, порядок.
Тут столик Мила рисует, играет. Тут у нас все для творчества, раскраски, там фломастеры и все такое. В общем, вот эти облачка из Москвы привезли, повесили тут. В Москве они мне надоели. Вот, лучше тут будут. Это картины по номерам нам дарили. Мы с Милой не дорисовали еще некогда. Вот, и тут, кто в том году смотрел видео, я красила ковер. Вот, мы его заменили. В общем, постелили новый киевский пушистый. Это видео смотрела, как ты класишь. Хорошо, дочь. Вот, в общем, у меня тут пылесоса с собой привезла ручной Керхер. В том году я дачным пылесосила тот ковер, который я акрилом красила, и как бы нормально он пылесосился. А в этом году я попылесосила вот этим мощным пылесосом и в фильтре увидела пыль от акрила, то есть все-таки получается, раз он выделяет пыль, цветная краска прям акриловая. Думаю, не будем этим дышать. Вот, убрали, постелили вот такой ковер. Вот, что у нас тут? Тут у меня аптечки. Очень удобно, я прям в пакет ставлю и везу в Москву. И хотела вам показать, купили в этом году мелочки вот такие клипсы. Она хотела уши проколоть. Ну, как хотела, она боится и не хочет, а вот решили клипсы ей купить с Алиэкспресса. В общем, на Валберес вот такие вот одна пара клипс, стоит 400 рублей. А я заказала на Алиэкспресс набор и получается там по 60 рублей. Самые красивые. Конечно, дочь, куплю. Вот, еще купила вот такие повязочки Миле. Но она пока что-то их еще не носила. Вот. Ну, вот такие у нас полочки. Это я сама их делала, видео. Есть тоже на канале давно. Служат, отличные. И вот коробочки у меня наверху. Коробочку вчера одну обклеила самоклейкой. И вот приготовила еще обрезки самоклейки. В шкафе я в Москве обклеивала. Вот эту коробку тоже обклею с кассетами, аудиосказками. Здесь вы можете видеть тот цвет волос, который у меня получился после окрашивания. Так как я кормлю грудью, видимо, из-за гормонов, у меня не получается добиться того цвета, который на коробочке. Там был холодный жемчужный блонд, а у меня получился теплый пшеничный цвет. Ну, ничего страшного, я сильно не расстраиваюсь. Мне, в принципе, главное, чтобы это в любом случае просто были светлые волосы. И на даче я люблю делать косички. Мне так удобнее, малыш меня не дергает за волосы и не так жарко. Вот такая получилась коробочка. Не сказать, что это прям какая-то красота, но во всяком случае нету этих надписей, нет визуального шума. Так гораздо лучше. Хочу немного навести порядок на полочках. Тут у меня в пластиковой детской корзинке хранятся ракушки и камни. Мила в них играет. Я решила их переложить в пустое пластмассовое белое кашпо. А в эту корзинку красную пусть лучше Мила играет. Мы заходим в баню сейчас. Тут у меня, кстати, вот такая этажерка совершенно пустая. Вообще не знаю, что в нее складывать. Ненужная вещь получается. Хотела вам показать стиралку. В том году купили, по-моему, за 13 500. Ну, там еще всякие вот эти вот труба какая-то Костя покупал. В общем, там на 14, по-моему, вышло. Вот, смотрите, у меня тут есть функция. Где она? Вот, функция сушки. Такая классная вещь. И еще там есть такой улавливатель пыли. Посмотрите, сколько пыли он ловит. Это я плед стирала на кровати, который. То есть, мало, ну, она как обычно сливает воду, пыль там выходит, а еще помимо этого ловит вот во время стирки, во время отжима. Сеточка такая, мешочек такой, в который собирается пыль. Вот. Жалко, вот у меня в Индезите в Москве нет такой штучки. Вот, и хотела грустью, печалью поделиться. У нас почему-то вот тут вот отсырело зимой, появилась черная плесень, Костя сорвал обои. Такие обои были симпатичные. Вот, но слава богу, что именно в парной, в бане у нас все отлично. Тут все чисто, все стены чистые, грибка никакого нет. Вот, пахнет деревом и все такое, но, к сожалению, вот тут вот у нас грусть, печаль. Вот, это баню строил Костя сам, поэтому, возможно, где-то тут что-то протекает, мы не знаем. Вот, и в этом году, наконец-то, привезли из Москвы велик. В Москве я не катаюсь. И приспособили сюда вот такой плавательный надувной матрасик. Сюда Милу сажаем и катаемся.
На даче, конечно же, в теплую солнечную погоду я развешиваю белье сохнуть на улице. Вот. Но когда дождик, я стараюсь пользоваться функцией на машинке, сушкой, либо развешиваю у себя в спальне. Родители согласились посидеть с младшим сыночком, и я, не теряю время, быстрее иду кататься со своей дочкой Милочкой. У нас приехал Костя, привез всякие штучки. На Валберес заказывала вот такой вот держатель для душа, потому что у нас только наверху, а мне надо еще, чтобы внизу был. Он приклеивается. Сейчас я обезжирила, тут протерла спиртом. И вот такие вот крючки. Тоже я вот тут вот повешу. Один у меня был. Тут вообще стеклянная полка должна быть, но мы ее не хотим вешать, потому что опасно. Если она упадет, то разобьется. Решили крючки вот такие вот приклеим сейчас. И вот такой вот светильничек еще я заказала, чтобы ночью в туалете горел свет. Не полный зажигать, а вот такой вот. Вот, очень понравилось. Сейчас еще в комнате покажу такой светильничек, какой взяла. В спальню, получается, я взяла вот такой вот, как грибочек. Но он вверх ногами, потому что тут полка. Вот такой вот свет. И жалко, что он холодный, какой-то салатовый свет дает. Я думала, будет тепло-желтый. Ну ладно, ничего. Так, в принципе, мне нравится. Для туалетной бумаги купила вот такой держатель, получается, с полочкой. Вот, но так как у нас тут очень узко, если сюда прикреплять, вот как рядом с унитазом, да, это получается очень к голове близко, неудобно. Я предлагаю... А, вот так вообще получается неудобно. То есть туалетная бумага, если бы она была на месте полки, наоборот. А так... Ну, хотя... А, можно, наверное, вот так. Вот так тоже можно вверх ногами. То есть за головой, получается, назад тянуться за туалетной бумагой или отрывать, прежде чем сесть. Вот, пока не будем прикреплять, подумаем, куда ее лучше. Просто если приделать вот сюда, тут у нас же горшок стоит детский, тоже головой могут удариться острые углы. Подумаем пока. Купила вот такой еще ёршик, который крепится к стене, чтобы на пол не ставить, чтобы удобно было полы мыть. Ну, в ёршик уже Мила там играет, вот, эта чаша. И тоже ее пока не будем крепить, потому что, получается, слишком близко сидишь и к ноге. Неприятно, да, ведь ногой трогать ёршик. Тоже подумаем, куда его прикреплять, пока не будем. Ой, я вздрогнула, испугалась. Вот, и вот эти вот... Дозатор для мыла подвесной купила, чтобы на раковине не стоял. Я не люблю, когда на раковине стоит. Вот эти чашки для зубных щеток тоже подвесные. Тоже пока крепить не будем, потому что раковину еще не купили. Покажу позже. Ну все, ребят, мы уже в машине. Севочка вовремя уснул. Мила у нас едет спереди. Вот я сзади. Не знаю, как с вами попрощаться. В общем, спасибо всем, кто досмотрел это видео. Мы сейчас едем в Москву на 2 недели. Да, пройти надо себе диспансеризацию. Сказала, мам, вот. Я хочу подстричься, подровнять волосы. Свете. Съездить на роспись Света. Стен, как я говорила. Вот. Вернемся через 2 недели на дачу. Сейчас в Москве, кстати, 9000 в день заболеваемость коронавирусом. Так что желаю всем, кто болеет, здоровья, поскорее выздоравливать. Тем, кто не болеет, желаю тоже здоровья.
выстоять и не заболеть. Вот. Всем хорошего настроения, не унывать, во всем находить плюсы, положительные стороны для себя. Вот, учиться на своих ошибках, ну и так далее. Всем добра, ну и пока-пока.